Мне ко второй паре, первый учебный день, сразу 4 пары класс. Ну, может, я не все, высижу, кто знает. Скука вася просто. Короче, я отсидела две пары и случайно решила идти домой, потому что я устала, там слишком жарко, скучно, я устала сидеть. Еще оставалось две лабораторных, ну ладно. Сегодня выходной, но пришлось встать раньше, чем в будни, потому что мне посмотреть идти на теннис, но благо он здесь под домом хотя бы. День сегодня выдался какой-то быстрый. Пришла с тенниса, случайно поспала, потому что вообще не выспалась. Вот, потом провела одно занятие, потом по делу съездила. Вот. И сейчас иду гулять. Пригорошили на кормежку. Кормежка шмелей? Да. Так, пригорошили нельзя. Да. У нас вся последняя пара, а мне еще сидеть. Мы пошли по тайной коридор. Девочки. Скука. Петр. Улетел. Я осталась одна. Фух, пришла домой, сейчас уберусь, буду пробовать вот этот киткат белый с черным. Интересно, тут мне еще купили тапки. Киткат попробовала, ну нормальный, но не прям такие, что вкусные, потому что тут черная вафля, я такое не очень люблю. Вот, и сейчас смотрю дораму «Дневник психопата», интересная. Пока что наш дорогой шмель здравости. Посмотрите на его глаза, они что пока что были здоровы. Но сейчас шмель еще выпьет, и шмель будет пустовить. Глаза закатятся вообще, и будет он говорить: извини, пожалуйста, что я существую. Пойдем. Привет.
Господи, обитает кто? Кто-то знает, куда я на сумку собираю? В итоге я сходила на одну пару, написала там входной контроль и случайно ушла домой. Мы случайно едем в шоу-рум. Петрович выбирает, не может выбрать. Петрович берет что-то арабское. Берет уже. Давай, бери. Нет, отставил. Ура, арбуз. Мы идем к Гаврилу. О, Элла такая агрессивная. В общем, Гаврила здесь не оказалась. Сегодня 8:30, три пары, но благо я только на две. И потом в аквапарк. Уже взяла с собой купальник. Благо у меня продолжается лето. Ух, я не успела две лекции, и я жестко устала. И полечу спать. Ну, прикольно.